Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ. За почти вековую историю организацию не раз переименовывали, но были и остаются неизменными цели. Вот уже 90 лет в Липецкой области водители, механики, радиолюбители, спортсмены и военные передают свой опыт молодежи. Отделение ДОСААФ есть в каждом районе области. Районное отделение и общерегиональное отделение подготовило более 4200 специалистов массовых технических профессий, 516 специалистов вооруженных сил, которые пошли благополучно служить и защищать рубежи нашего Отечества. Амин Алиев учит своих воспитанников морскому многоборью больше 40 лет. Ветеран Великой Отечественной, заслуженный тренер в свои 92, полон сил и продолжает тренировать молодежь. Этот вид спорта готовит всесторонне подготовленных и спортсменов, и путевка в жизнь, и к военной. Вот такой вид спорта, за который я стою, защищаю и буду, как говорится, все время. На торжественном приеме, приуроченном 90-летию ДОСААФ, Амину Алиеву вручили благодарность и юбилейную медаль за преданность своему делу. Наград и дипломов удостоились более 30 работников организации. О планах на будущее говорили с руководством города и области. Совместными усилиями структуру планируют вывести на совершенно новый уровень. К этому мы стремимся и сегодня совместно с руководством Липецкого ДОСААФ мы выстраиваем определенные стратегические такие планы. Но я думаю, в ближайшее время мы по тем направлениям, еще скорректировав, будем помогать друг другу. Уже в этом году в областном ДОСААФ планируют запустить пилотный проект при поддержке Министерства обороны. Опытные асы начнут обучать в Липецке всех желающих азам летного дела. Дмитрий Курмаков, Андрей Зубков. Липецкое время.